Крутой, да? Рассказать не взял. Ого. Ну смотри, заходишь на quest.money, тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. Удачи, братан. С мультикейсами от Hellcase ты больше не ограничен рандомностью при открытии кейса. Теперь ты можешь выбрать любую из ячеек со скинами и определить, что ты выиграешь самостоятельно. Используй промокод и погрузись в игру без рандома. Spirit Red Reserve, матч виноров группы А прямо сейчас. Первый матч выдался очень интересным, красочным, несмотря на то, что посмотрели мы две карты из-за технического поражения команды Виндиго. Но сейчас фавориты — это команда Spirit, одна из лучших команд в СНГ, и, конечно же, Red Reserve. Кстати, не обратил внимания, каким составом они сегодня будут выступать. По крайней мере, днем был все-таки дискодоплом. В составе заявлен это точно, но придет ли он сегодня? Вот сейчас заявлен Расти. Очень понятно. Очень интересно, Google-переводчик перевел, пишет «ржавый» просто. Ржавый! Ржавый в красном заповеднике. Я сказал «ржавый»! Ну, скорее всего, когда матч создавался, автоматически заявляется состав, который сохранен на сайте. А да, потом уже производится вручную замена, поэтому, скорее всего, дискодоплан и был изначально в ростере. Ну, тем временем, сайдпик, первая карта до Инферно. Всем еще раз добрый вечер. Оба коллектива вчера выиграли 2-0, но сегодня только одна команда займет первую строчку в этой группе. Что у нас там по пикабанам? Я даже не успел глянуть, как-то все быстро произошло. Быстро, стремительно. Первая карта Inferno, пик Spirit. Вторая Dust 2, пик Red Reserve. Интересно, вчера мы уже видели Достецкий. Он выдался максимально красочным. И напоследок Overpass. Возможно, у нас снова будет The Overpass на экранах, но будет ли здесь вообще третья карта, непонятно. В принципе, Red Reserve вчера довольно близкие две карты провели в такой неоднозначной стилистике, довольно любопытной. Посмотрим, как сегодня против более сильного оппонента у них пойдет игра. Ну что, в атаке. Очевидно, тут Team Spirit, Red Reserve оборона, у Расти две флешки. Ну и Сотфик плюс Давкос на раскиде у Team Spirit. Что ж, желаем удачи командам, вам приятного просмотра, пишите в чат свои какие-то впечатления, ну и, конечно, держите нас в курсе относительно параллельно проходящих матчей. Пока что пробежка по коврам от команды Red Reserve, укрепление здесь же, Team Spirit жестко топают, их ожидают, укрепление в бойлере все еще есть, Сотвик подставляется, его должны убивать, так и есть, не без проблем, но справляется Расти с первым, получает ответку. Кстати, Грукса здесь могут не ждать, поэтому Грукс сам позволяет себе контрагрессию, выходит на мид и мог бы поймать без позиции соперника, но повторный выпад. И на жестких ошибках, на самом деле, сейчас Team Spirit выигрывает этот раунд. На ошибках Red Reserve, конечно. Ну, пошли все-таки, как мы видим, перестреливаться Red Reserve, но у Team Spirit все было довольно грамотно продумано. Давкост прикрывал своего тиммейта, отходящего с центра карты. Ну, и там уже повторная агрессия на коврах, скорее всего, была обусловлена как раз минусовыми разменами в центре карты. В общем, шведы рассыпались, по факту, убив только лишь одного Сотфика, боком стоящего на тех самых коврах. Окей, 1-0, Spirit четко начинают эту карту Inferno. Red Reserve делают форс раунд. Опять-таки защита карты Inferno. Жесткие, уверенные в себе шведы, в каком-то смысле даже безбашенные. Ох, мы уже в предвкушении. Но я не думаю, что это станет сюрпризом и для команды Spirit. Они понимают, против кого им сейчас предстоит играть. Хотя, конечно, по баю, ну, с первого взгляда это и не скажешь. Вообще по 250 у Давкоста однозначно копит на авик. Что довольно любопытно. В атаке первым же раундом Давкост копит на это оружие. Ну, или играет там на опережение экономики какой-то. Скупит калаш, но у него побольше денег останется, увидим. Ну, это будут уже следующие раунды. Тем временем у нас небольшая стычка в центре карты. Хампус уходит. Дима пытается пикнуть базу Б. Расти горит в молике, как я понял, да? Да, из бойлера никуда он не мог уйти. Интересный момент. Сам Дайянг удачно потратил $400. Вопрос хаешки. Но Грукс не особенно пострадал. Так, Дракен. Сверхуверенная позиция. Не отошел. Ну, его попытались поймать уже на отходе. Не вышло. Дракена нет армора, так что работать он должен осторожно. Ну, чисто на один выстрел стоит на угол. Ну, мы видим, Давкос не особо-то подставляется. Опять-таки, звено на Б не слишком агрессирует. Сотфик пытается там подойти в упор, но там, кстати, перекрестный огонь. Самдаян подходит, скорее всего, Дракена заберет, да так и получается. Еще и Хампус внезапно оказывается со скаутом. И не было возможности разменять. Один из игроков Red Reserve вылетает. Это
это как раз Расти. Но он погиб первым, так что в этом плане все нормально. Может, он просто повис, и поэтому из бойлера не ливнул. Ну, я имею в виду, что его тиммейты-то вроде прикрывали отход. То есть Лонг смотрелся, да? Ближняя позиция была у Дракена, и довольно странно выглядело, что все это время Расти получал урон и никуда из бойлера не ливал. Ну, будем надеяться, сейчас там перезапустит КС, перезагрузит компьютер. Ну, самое печальное, если это все-таки проблема с интернет-подключением, и придется искать замену. Ну, тем временем уже добивают последнего Грукса у нас на точке Б. Неплохо подформили, в принципе, Team Spirit. На сервере ожидаемая пауза. У Red Reserve, кстати, по-прежнему ни одного фрага нет за эти два раунда. Толком даже разменяться не получилось, хотя во втором, помним, все-таки форсировали этот закуп именно шведы. Любопытно будет сравнить. Red Reserve вчера также играли с заменой в лице Расти. В некоторых моментах, ну, особенно на трейне это прослеживалось. Видно было, что это стендин, скажем так. Не во всех моментах он был там очень хорош, но со своими задачами именно как игрока замены он справлялся. Сегодня дела должны быть еще получше. Хотя, вот как сказать, Виндиго-то проиграли два своих матча, и во вчерашний, в сегодняшний игровой день здесь возникает закономерный вопрос, а настолько ли это сильный противник? Ну, слишком маленькая дистанция пока что в этих квалификациях, чтобы прям уж однозначно давать ответ. Ну, вот знаешь, с одной стороны, дистанция маленькая, а тут в чате от модератора уже бах, нет, 2-0 для Спирит. Конечно. Два раунда только прошло. Конечно, все, ГГ. Расходимся. Пистолетный выиграли, можно дальше не доигрывать. Ну, сейчас основная проблема, что там именно с пятым игроком Red Reserve. Я так понимаю, в чат должны были написать шведы причину его вылета. А, ну, отлично, отлично. Игрок не может Сережа, на сервер зайти. Да, исчерпывающе дал ответ. Почему-то не может зайти на сервер. Ну, кстати, сегодня и у нас возникали проблемы с заходом на сервер. Насколько я помню, режиссеры, обсерверы писали, что какие-то проблемы с коннектом все-таки есть. Ну вот, Расти вернулся, значит. А, ладно, проблема исчерпана. Да, не слишком серьезные. Ну, Расти как раз единственный игрок с фрагом, так что он гордо возглавляет сейчас список своего коллектива. Будучи стендином. Ну и давайте смотреть дальше. Третий раунд с юспами проведут Red Reserve. Помним, Дракен откладывал деньги на покупку АВП к полноценному девайсному, поэтому у него 3400. Ну и Давкост вообще купается в деньгах. 6700. Скаут, все у него здорово. Любопытно, скаут, скорее всего, подобранный. Мы позже это увидим. Не знаю, был ли большой смысл просто покупать скаут. Я ваш кампус в прошлом раунде потерял. Укрепление главки от команды Red Reserve для экономического раунда очень рабочая схема. Видел я даже парочку раундов, которые выигрывали. Но Молотов, да, пожалуйста, Самдаян подставляется, Давкост подбирает девайс, выбрасывает свой скаут и тупо уходит. Или нет? Ага, он скаут оставил на полтора, сам пошел, подобрал маг 10, скаут вообще закинул на крышу. Ну, неплохо, Давкост, на опыте работает. Да, четко при этом, в принципе, он и в прошлом раунде начинал с пистолетом, подобрал скаут, и в этом раунде, получается, маг 10 ему достался от павшего тиммейта. Попытка пропикать бойлера Дракена, у него там было очень небольшое количество хп, в итоге он быстро умер, выход на Б, Дима. Ну да, тут, в принципе, никого не было, довольно долго Сотвик уже сидел там в углу, поэтому нужно было чекать только лишь КТ, Колди успел перезарядиться и за угол запрыгнуть успел. Ну, будут его пушить. Смачок. Ну, четко попытался сыграть. Если бы не топнул, возможно, на него бы Хампус и не среагировал. Но топа четко дал понять шведу, что это будет. Контрпик Сотфик идет на фарм денег. Без шансов вырубает капитана команды Red Reserve. И можно спокойно выезжать за двумя оставшимися игроками. Очевидно, что они где-то со стороны второго мида. Возможно, в доме. Ну, правда, Сотфик сейчас и сам страдает. Но забирает Фредди Би. От Грукса просто морозится. Выпад. Немножко не получилось. КП было слишком мало, но дал возможность заработать денег. Еще и Давкост. Для него, как для снайпера, это важно. 3-0. Давкост еще МП5 подобрал. Просто идеальный экономический воин для команды Spirit. Тупо 10 500 на четвертом раунде у парня. Это жестко. Перебрасывает Самдаянгу МП5. И сам покупает калаш. Вот так вот. И интересно, во втором раунде бегал с П-250, имея сколько денег на руках, не помню, 2-3 тысячи, то есть что-то в таком духе, и все-таки на первый девайс решил не покупать авик. Ну, я считаю, что это плюс, чем минус. То есть как снайпер он работает на экономику, и в случае надобности у него на авик деньги, конечно, будут. Или но можно выбить авик из рук Фредди Би. Ха! Отличный план, но пока... А, это с двумя авиками играли? Да. Не обратил внимания даже. Сюда Давкост.
Очень-очень жестко у него все получается. Как мы видим, уже в упор под базу Б проходит двойка игроков команды Spirit. Есть также контроль ковров. Ну и в яме сидит Сотфик. Пока что чекает поджимы по центру карты. Ну, мне кажется, не будет большой проблемой проходить Грукса на базе Б. Главное вовремя этой команде Team Spirit осознать. Ну, хотя Team это есть команда. Да вообще просто выбрать. Что за дикий Вадим Васильев? Какие-то схемы в голове. Ох. Так, никакого АВП ни для Team Spirit, ни для Dread Reserve теперь. Денег нафармил, а авик ему не нужен принципиально. Вот это план. Я удивлен, честно. Теперь броскидка. Любопытно, что Red Reserve только сейчас. Вот смещают не опорника, а халпующего. Но он явно не успевает, так что либо Грукс 2 убийства, но этого не случается. Либо, скорее всего, сейф. Еще будет попытка немножко, наверное, прострелить через эти дымы. Типа из авика простреливать, там шанс не слишком большой. Это уже надо уходить, сейвить этот авик, на самом деле. А дым рассеялся. Еще попробую иди теперь. Дракен. Скопнул. Да, в кост услышал. Хампус закрывает колди, но это вообще был люркер на длине аплента. Четвертый для Spirit пока просто. Ну, четко под раскидочку вышли на одного опорника Б. Там какой-то молотов, правда, на крышу залетел. Но, в общем, размены приемлемые для Team Spirit, тем более с учетом всей этой экономики, которая на очень высоком уровне. Дракен продолжает воевать. Даблкил. Ну, конечно, в стрельбе этому парню не откажешь. Рисковал, конечно, там из калаша могло и по голове залететь, но вот два фрага, все хорошо. Поднапряг экономику, но денег там, конечно, очень много. Spirit. Ну это уже на принципе. Да в косту авик не нужен, и мне не нужен. Вот так, буду стоять фармить по 100 долларов за килл. 4-0 и... Ну не знаю, что там, конечно, с пятым. У Red Reserve все прекрасно в плане арсенала. 4 набора китов. Тот же авик сохраняется. Возможно, два на самый старт этого инферно были немного лишними. Ну, там такая вроде бы как ультимативная комбина. Один авик на банане пикает, второй в центре. Вроде бы все хорошо, кто-то свой фраг найдет. Так, итоге... а там не оба авика на банане были? Нет, только Фредди. А, мне показалось, Дракен тоже был со стороны Бенокия тогда. Так, тут Давкоз нашел, кстати, безопасную зону между двумя коктейлями Молотова. Находится довольно близко. Ну, Фредди и Грукс, вот, да, именно эта связка и была в прошлом раунде. Фредди вот хочет убивать, но его прогоняют. Ну, пока ничего страшного не произошло. То есть банан отжали игроки Spirit. Ну, это стандартная схема. Длина оставляется без внимания команды Red Reserve, по крайней мере, сейчас. Ставка сделана ковры плюс шорт. Сандаян занимает ковры. Сейчас воллер не отыгрывается. Префы на гробы. Но Фредди работал в закрытую. Теперь дым. И, ну, тут главный вопрос, будет ли какой-то фейк от двух игроков под аплентом. Дима накраснели очень серьезно, но вот нечем его добить пока что команде Red Reserve. Все гранаты остались под базой А, довольно далеко, в принципе, играют друг от друга шведы. Ну, что касается Spirit, это вроде бы снова выход на Б. Как там Диму еще непонятно применится с 4 хп в упоре. Ну, наверное, подраскить тиммейтов. Да, он первым открывается и просто будет разменным игроком. Да, 4, Давкоз 58. И нет, Сотфик поперек Димы бежит, а Дима просто морозится за уголком. Ну вот теперь не очень хорошо выглядят перспективы. Да, лучше разворачиваться и уходить отсюда. Это абсолютно правильное решение. Тем более, что колди уже проходит по шорту. Оказался абсолютно не готов к этому. Хампус, которого закрыли в полете. Следом еще и неплохой Молотов колди. Ну, недаром о нем еще и несколько лет назад ходили слухи, как чуть ли не о лучшем снайпере. Не снайпере, точнее, о Имере, конечно, СНГ-СЦ. Сцены. Ну, он может попадать в таких ключевых моментах. И как четко Team Spirit разыграли. Вспомнить вчерашнюю катку, ведь Spirit играли против Dream Eaters, да? И когда Dream Eaters работали в атаке на Inferno, и близко ничего похожего не было. Ну да, и действовали очень односторонне. Прямо линейно. А тут, то есть, подошли под Б, оставив одного колди в качестве люркера, роль которого он выполнял и в прошлом раунде. Ну вот, дали и игрока потеряли, и дали полноценный раскид, и, имея 25 секунд всего лишь в запасе, развернулись, зашли. Колди отлично справился со своей ролью. В общем, идеальное преступление в исполнении Team Spirit. Да, четкое принятие решений, конечно, помогает им выиграть этот раунд. Хампус вообще в прыжке умер, ну а Расти банально не перестрелял колди. Такие дела, 5-0. Тем временем Red Reserve все-таки сохраняют, как мы видим, целых 3 девайса. Соответственно, будет дозакуп, ну, возможно, авика. Ну, непонятно, стоит ли здесь вообще брать вторую снайперскую винтовку. Нет, будут играть через одно АВП. Возможно, как-то попытаются пикнуть.
Все-таки энтри-киллов пока не хватает команде Red Reserve. Но Team Spirit все хорошо, действует по накатанной. Им дают занимать банан. Поэтому, в принципе, в атаке все более-менее хорошо. Есть пространство для перетяжек. Может быть, сейчас банан занять и не дадут. Комбина 3Б. Двойка игроков Red Reserve и гранатами откидалась. Банан заняли. Параллельный поджим через первый мид на полтора был. Но не то что без потерь. По ХП сильно проседают игроки на банане. Их шьют сквозь смоки. Давкос тоже получает прострел через этот дымок. Ну как... Примерно в равную разменялись. Конечно, не просто будет Давкосту перестреливаться дальше. Дракина отрезают смокому. Пытался шить из авика, но не попал. Ну, на ноге выход неплохо. Стенка на стенку, драка. Ну, Фредди там и там. Хампус, да, не жилец. В песках против всех. Черт возьми, насколько агрессивный спирит. Очень интересно, у Red Reserve примерно такая схема атаки, да и в принципе игры, но Spirit просто парирует. Был ну, медленный раунд, когда на 25-й секунде развернулись Spirit, ну, вот буквально в прошлом или позапрошлом, и убежали на точку. Но и там Колди работал довольно самоуверенно. Здесь так и вовсе Spirit дали возможность Red Reserve занять банан, понимая, что скорее всего это делается втроем, и зашли. При этом как уверенно работал, по-моему, первый входящий Дима, так на рефлексах. Очень-очень здорово, действительно, прям ориентируются в раундах Spirit, они понимают, что трое на Б, соответственно, двое на А, и можно туда оборваться за Аркадий, тем более на А еще и Дракен показался, то есть он обычно пикает мидл, отходит на длину. Еще и сейвищ их зажимают, минус Грукс, тут последний, наверное, останется в живых, Фредди Би, да, морозился он за дровами, насколько это возможно, но сильно ли поможет, ну вообще да, этот девайс сильно поможет, у Фредди Би 6300, он у Грукс 3700, например, ему можно кольт отдать, вообще будет идеально, может и авик купить на самом деле, хотя у Драки на 5400 и так, где не хватает, тут проблема в другом, как выигрывать раунды, чего-то даже особо близкого от Red Reserve я не припомню. Постоянно-постоянно на шаг впереди Spirit. Ну, могли выиграть Red Reserve как раз позапрошлый, если бы Spirit все-таки пошли на укрепленную точку Б, но они развернулись в самом последнем тайминге. Ну и вот тут у шведов, конечно, непростая задачка. Где же сейчас поджать? Какую бы комбину использовать? Может быть, аркаду медла? Но это читается после паузы. Через два авика снова, видимо, попытаются отстрелить банан. Ну, давайте посмотрим. Дракен направляется в мид. Действительно, Фредди Би бежит банан. Будет ли пикать? Наверное, не особенно важно. Размены гранатами. Фредди Би не подставляется. Флешка прям в глаза. Грукс прикрывает. Еще один молик. Еще одна флешка. И под нее Давкос будет открываться. Да, все. Вот отгоняют шведов обратно. Разменялись немного уроном, но для Spirit это не критично. Ну и тут уже у Red Reserve серьезные трудности. Им, наверное, все-таки не стоит подпускать в упор под базу Б команду Spirit без каких бы то ни было разменов. Потому что не хватает понимания действий оппонента. То есть хелпа непонятно вообще, будет ли смещаться у Red Reserve. Стоят пока 2 плюс 3. Хампус чекает, как мы видим, 15. Ну а Spirit пойдут на А. Ну, не то, что пойдут, пока их первостепенная задача при занятом банане отжать главку. Для того, чтобы у соперника остался минимум информации. Но, как мы понимаем, дальше можно и перемещаться. Вот она, условно говоря, занятая главка под дым. Ответный смачок от Хампуса. Колди отходит подальше. Ну и вот оно, обратное перемещение на банан. Заняли главку. Хотя Red Reserve это читают. Перемещают Хампуса третьим номером на банан. Точнее, Хампус как капитан перемещается сам. Ну, тут довольно получился очевидный фейк для Red Reserve. То есть потопали в центре, дали дым с ковров на А, и все, и тишина 5 секунд. Под раскидку выход, Фредди пытается шить пока мимо. Второй выстрел мимо, третий выстрел мимо. Чтобы до конца тут пикать. Подсадка. Вроде как сработала. Дима ее вырубил, но самого Диму разменяли. Ну, наконец, Red Reserve. Первый раунд или Давкос? Плащ. Ну, 13 секунд уже нереально такое сделать. Фредди Би пойдет предотвращать установку бомбы. Нет, не рискует. Понимает, что по такому таймингу все еще мог быть фейк. Окей, Вадим Васильев. 1-3. Хедшот по Фредди Би. А теперь 1-2. А теперь можно и поиграть. Так, Дракен с авиком обходит со стороны банана. Расти на КТ, но он, по-моему, топает. Он топает, да ладно, на ноге, на ноге! Один в один, и Дракен не мобильный. И Давкос-то понимает, против кого остался. А это Дракен, он, скорее всего, где-то со стороны банана, но очень коварный. Ой, идет просто через КТ. Что, топнул?
Да, топает. Изи! Изи для Вадимки! Минус 4. И, по-моему, он даже особенно урона не получил при розыгрыше этого клатча 1 в 3. И ведь как все было на тоненьком. За 13 секунд до конца раунда Довкос начинает ставить бомбу. Фредди Би даже по его движениям было видно, что хотел пропикать, но не сделал этого. Ну и пожалуйста. И вот, то есть он не пикал, чтобы потом так подставиться. Ради чего? For what? Довкост. Конечно, нельзя сказать, что прям сугубо на ошибках соперника Довкост взял этот клатч. То есть это все-таки техническое мастерство. И тут он должен был показать высший уровень стрельбы, который продемонстрировал. Ну, четко получается, три раза один против одного, один в один выиграл. Все эти моменты. Ну и, кстати, к началу раунда у Довкоста вообще было 16 тысяч на банковском счету. В общем, слишком сильное экономическое давление, ну и по фрагам 10 к 1 также его пока не остановить на этом инферно. Очень жестко прется. Ретрозер проблемы с экономикой. Ну, сами виноваты, уже 3 в 1 отдавать. Ну и наверняка сами это понимают. В тиль себя загонять не стоит. Но Спирит пока выглядят поувереннее, по стрельбе у них все получше. И, конечно, фактор наличия стендейна и Расти, который бесконечно сидит в этом бойлере. Это уже инста прочек от Сомда Янга. Хампус там еще может удивить. Да, вот Хампус дал минус, даже бомбу выбил, но моментальный был размен, тайминга 50 секунд. Тут теперь можно поиграть. Драйкн разменялся, тут больше никого в центре нет. Колди на коврах. Дима, опа, оштрафован. Самдаянг, ответный штраф, попытка разменять. Самдаянг получил довольно много урона, и его таки разменяли. Бомба упала благоприятно для Колди. Он вышел из ковров, понимает, что в тылу соперника не будет, так что можно ставить бомбу, а дальше разыгрывает клатч 1-2. Шикарный молотов под красным Фредди Би. Тот потерял еще немного хп. Куда же пойдет Колди? Есть, конечно, опция остаться в тюрьме, да. Остается здесь, будет халдить. Тут изи варик забрать Фредди Би, заметить Грукса на самом-то деле. Но ждет пока ответного пика, поворачивается спиной к двум соперникам. А вот он и Фредди. Спрыг слышал, пропустил. Понимаешь, нужно открываться на Грукса и оставаться против Фредди. Изи клатчеры на Team Spirit. 8-0. Сколько это будет продолжаться? Это доминация. Ну, тут, конечно, были шансы потащить у команды Red Reserve, но все-таки Колди максимально собран, сконцентрирован на своей игре. Ну и, как мы видим, разыграл все безошибочно. Молотов, дым, четкая позиция. Зачекал одного, убил второго. В общем, сами все видели. Да, и насколько грамотно он, пропуская Фредди Би уже на позицию Песков, понял, что, ну, не варик его убивать, где-то второй в позиции шарта. Я открою сначала на него, заберу. Грукс в это время смотрел плен. То есть здесь даже физически Фредди не успел бы дать инфу по тюрьме. Вот опять же, мы вчера этот момент обсуждали, да, ты пока среагируешь, скажешь тиммейт, он на это среагирует, повернется. Грукс банально боком был, повернут к позиции тюрьмы, которую Фредди уже видел. И Колди сыграл на этом моменте, решают доли секунды. В общем, очень красиво было. Поджим банана от шведской команды. Ну и вот, на самом деле, отдают спирит, пытаются прорвать главку. Снова плюсовые размены. Проход на апленд свободен. А можно с другой стороны забрать сейчас поджимающего банан Фредди Би? Он смог-то пойдет кушать? Конечно. Даже Фредди, у него выбора уже нет. То тут уже... А, ну, бомба на миду, ее на самом деле лучше бы отнести, хотя уже не важно. 4 в 1, да. Лучше заходить на занятый плент. Все окей, все верно. 9-0. АВП как бы в коврах намекает нам на то, что Red Reserve вообще не понимает, как останавливать эту атаку Spirit. Уже что только не пытались сделать. И один авик, и два авика, и банан поджимать, и укрепляться, ничего не получается. Просто что ты не делаешь, Team Spirit на шаг впереди. Они комбинируют раунды, у них нет там двух каких-то похожих, да? И за 8 мы сколько уже видели отыгрыши, и каждый нестандартно подготовлен. Ну, даже сейчас, кажется, Red Reserve такие молодцы, побежали банан, заняли его. А какой толк? Главка прорывается, Spirit в этот самый момент. И Фредди, уже понимая, как бы безвыходно своего положения, пошел пушить банан через дымы. Ну, и Спирит к этому оказались готовы. Мы часто вообще говорим про Астралис в таком контексте. Мол, Астралис на шаг впереди. Сейчас Team Spirit играют в такой манере. Red Reserve, действительно, ты прав. Нечего противопоставить. Вы посмотрите на количество убийств. 5, 4, 3. Ну и не перестреливают, и как-то позиционно постоянно проигрывают Red Reserve. Не знаю, по-моему... А, это техническая все-таки пауза. Думал, тактическая. Вот Red Reserve дважды вроде бы как должны были ставить тактическую, а в итоге выясняется, что это техническая.
Ну, поглядим. В принципе, с таких счетов еще можно вернуться. Главное тут уже Team Spirit додавить, показать дисциплину и выжать максимум из этой первой половины. Да, 9-0 хорошо, но там пару ошибок. Вот и 11-4, вот и камбэк. Так что надо доигрывать до конца. Вполне возможно. Ну, пока Дима, кстати, на довольно высоком пинге работает, 62. Статистика 3.04, Сотвик 4.7. Ну, Дракен, он 53 пинг, далеко ушел. Ну, как бы да. Но все равно разница такая, в 10 миллисекунд. Сергей, есть ли информация у нас какая-то? Вроде бы в этот раз никто с сервера не вылетал. Ну, мы слышим звуки переписки в чате. Пока что информации нет. Ну, или какие-то проблемы с TeamSpeak'ом. Вроде бы пинг хороший, никто из КС-а не выходил. Возможно, с периферии какие-то трудности, там мышки, клавиатуры, наушники имеют свойство отключаться в самый неподходящий момент. Кстати, тут напомнили твиты Дракена про СНГ-сцену и про соло, то, что соло прошел бы. Всех разматывает. Дракен, как дела? Че с лицом, братик? Без подробностей, говорят, это тайна под грифом «секретно» Шведы, на лубянских архивах. Ты не проиграл карту, если ты ее не закончил играть, подумали ретросер, и все. Идеально. Бесконечная техническая пауза. Блин, Дракен, ну вот, я не знаю, вспомнили этот твит, и у меня просто начинает немножко, ну не то что гореть, но это такой, не знаю, удар жизни в ответ. Ну, ты думаешь, что у тебя все хорошо, ты играешь во Fnatic, пишешь в стиле Fnatic всякие твиты, а тут уже и не во Fnatic, и летишь 0-9 против Spirit. Ну, надо сначала пару мажоров выиграть, как мистер JV, чтобы быть уверенным в себе. Ну да, напомним, что JV по-прежнему... Кто говорит, шведы? Ну, да, шведы говорят, что баг какой-то со смоком у них, поэтому они взяли паузу, 0-9 летят. Это из-за смоков. Сидят, просмотрят, да в кост. Читеры из СНГ, соло прошел бы. Ну, к чему я говорил? Живиду три мажора выиграл, и по-прежнему ни у кого, кроме него, Флюша и Пронекса, такого количества нет выигранных чемпионатов мира. Помимо всего прочего, помимо регалий. Наверное, Fnatic сами по себе одна из самых титулованных команд мира. Ну, надо собираться, там уже Astralis на пятки наступает. В плане титулов? Ну да. Еще мажорчик выиграть. Третий мажорчик на подходе. А и все равно будет равненько. Ну да. Там еще Grand Slam на подходе, если Astralis там все красиво сделают. Могут миллионы. Им же одна победа осталась, да? Да? То есть вот этот EPL берут и изилямчик для пацанов. Так и есть. Ну, шикарно. Было бы здорово такой мини-гранд слэм для вот этих мини-турниров ESL еще сделать. На 50 тысяч. Там, где Виндиго поехали в Румынию. Это же тоже турнир от ESL. Да. Ну, можно было и на квалы Star серии такое сделать, мини-гранд слэм. Деньги только где взять. Так, ну что там, все, пофиксили смоки, обновили драйвера, непонятно. У вас баг смоков? Нет. Посидели минуту, ну ладно, гоу дальше. Nice try. Ну, мы сделали все, что могли, типа, помашнили, не вышло, ну, играем дальше. Ок, друзья, вот мы обещали перед началом этой катки, когда комментировали прошлое, что весело будет смотреть за этим противостоянием. Я думаю, мы не соврали. Особенно для болельщиков Spirit, наверное, Red Reserve-то, тем, кто болеет за них, не очень пока весело. Но увидим. Full buy. По-прежнему авика не было у Spirit. Они его даже не подбирали. Хотя была такая возможность. Выбрасывали. Так, вот Фрейди Би прям на принцип чуть ли не в каждом раунде пытается убить банан. Сейчас у него был шанс, размен с маками. Даже не размен, просто оба смака дали Red Reserve. Ну, простреливает неплохо Фрейди Би, но вот убить пока никого не может. Давкос Дима красные. Ну, прям воюют за этот банан Red Reserve. Правда, все гранаты потратили, кроме одного смока Грукса. Здесь трипла и Спирит, конечно, по примеру одного из прошлых раундов, просто отходят. Понимают, банан занято, минимум двое, но может быть и три игрока. Значит, проще заходить на плент. Как минимум, ты не наткнешься на укрепление. Понимаешь, что у соперника форс раунд, конечно, проще использовать там два, три выхода, чем один, как это с базой Б бывает. Уже перетягивающиеся игроки не успевают под халпу. Так, так, интересно, интересно. Опа, боком сидит Драки, второй на балконе, Тарасти. Но только лишь один минус. Халпа, ясное дело, не успевает. Там еще и смоук, как мы видим. Его продлевают, ну все, можно сейвить арморы.
Ждут какой-то подставы, Team Spirit шьют каждый угол на точке А, но тут больше никого нет. А здесь просто два было. Даже Spirit не могут в это поверить. Два главку Red Reserve прямо сейчас. Но, как мы видим, Кампус убегает, у него 16. И, видимо, он не жилец. Ну, что-то еще пытаются Грукс и Фредди сделать вместе. Ну, что какие-то калаши унести в следующий раунд. Потому что этого не хватает. Ну, то бьет он сейчас пески, а как забрать этот калаш в перспективе, непонятно. То есть Spirit-то не идут на сближение особо. Все станут в углу песков, и как бы окей, все. Ну, вот теперь никак. Хотя Давкос, Дима там 42-28 не взрывается в этом углу. Еще и по Диме попали. Так, ну пытается, конечно, пикать. Прострел, размен дэмэджа. Фредди Би пол хп, Грукс погибает в попытке выхода через длину. Бомба взрывается, и это раунд для Team Spirit, счет 10-0. Шикарно. Дима 5 хп, Давкос 11, остались в живых. Все просчитано до мелочей. А, вот оно что. Сергей Бесклинский. Новая информация от нашего фантастического режиссера. Респекта выгружаем Сереге в чат. Да, Серега рулит. Таким парням. Новый микроапдейт вышел, и из-за него тренеры могут видеть соперников через смоки. Отличный микроапдейт. Валь сидят. Так, что бы добавить в игру? Срочный микроапдейт. Молотовы как смоки, да, через всю карту. Тренера могут подсказывать. Бесконечные запрыгивания, да. Что там еще? Ну ладно, дай бог здоровья. Counter-Strike. То есть сидел шведский тренер, 9 раундов видел сквозь смоки. А потом решил спалить всю эту тему. Понял, что не помогло. Крепление ковров, размены. Дракена префайр, Колди! Да как же ты хорош! Как же он играет! Последнего должны разменивать по-любому. Кампус красный, не может даже в шорт уйти. Его просто по кускам разрывает Колдян, который, давай, минус 3, остается на сотке хп. Блин, префайр на Дракена был выше всяких похвал. Я не обратил внимания, про Дракен с Авиком был или нет. По идее, да. С таким укреплением ковров. Но даже если нет, это не важно. Потому что Колди однозначно получает хайлайт. Вот как команда Team Spirit очень хорошо выглядит на фоне Red Reserve. В индивидуальном плане никаких вопросов нет. Вот если бы еще, знаешь, стабильно Team Spirit показывали такую форму, если бы они стабильно могли выигрывать своих соперников на уровне, ну, тир 2, на котором они играют, цены бы не было. Ну, идут потихоньку к этому. Впереди у нас миноры, впереди куча турниров, и нужно на них квалифицироваться. Ну, довольно серьезное испытание для Team Spirit, конечно, именно эту квалификацию еще отыграть. Посмотрим, как пойдет. Все-таки 20 команд на один слот. Ну, вот он. О, да, он увидел. На Авике был. Четко там плечико увидел, перевелся. Раунд выиграл. Там не очень она тонкая была. Точнее, не очень толстая. Я так понимаю, подсейвили там все-таки эти две эмочки. В итоге Red Reserve их там вроде бы загоняли на Б, но не слишком удачно. Что, еще один тайм-аут? Возвращаем. Еще один микроапдейт вышел. Это тактическое. По скайпу звонят тренеру. А что по трем фрагам у Димы, кстати, такой интересный момент. 11-0, вроде бы такое изи-каточка, но... Не доходят фраги до Димы. Все забирает мистер Колди, Давкост и Самдаянг. Кстати, я бы ставил на то, что Дима как раз в защите может включиться. У меня складывалось впечатление... Уже давно слежу за командой Spirit, что Диме очень комфортно в защите играть, вот в атаке бывают проблемы. Ну, посмотрим. Да и вот опять 11-0. Где ты будешь делать фраги? 14-3 идет Колди. Так, ну, причем Колди-то не энтрифрагером обычно выступает, а именно люркером, где-то соло по да, там дотаскивал раунды, мы помним, 1 в 2. Ну, он и запускал тиммейтов довольно часто. Да, реально только в последнем раунде, ну, вот были прям энтрикиллы, даже 2. Ну, шикарно в целом Колди работает в качестве люркера. Много внимания отвлекает и банан. Что там, протест админу? Что? Тактическая пауза так долго не длится. Сережа, нас не обманешь. Меняй плашку. О! Спалился движок. Хорош, хорош! Начальник в деле. Третья техническая пауза, получается. Уже там и Расти вылетал, и тренеров выгоняли. Неясно. И в чат никто не пишет, просто поставили без объяснения причин. Пауза у нас, судя по всему, шведы. Что там еще происходит? Что еще фиксить? Даже не знаю. Но там просто какие бы ни выходили апдейты, команды-то в равных условиях. То есть если видно сквозь смоки и Spirit, то видно Red Reserve.
То есть не бывает такого, что одной команде лучше, а второй хуже. Ну, может, один тренер был на сервере, а второго не было. Ну, такой варик. Да я просто далек от мысли, что там сидел тренер, каждому подсказывал, просто что там видно сквозь эти смоки. Ну, конечно, это маловероятно. Может, у него бомбануло просто, 9 раундов подсказываешь. Толку никакого. Ничего сделать не можешь, а, ладно. Баг у меня. Так, ну что там по чату? Какие-то сообщения все-таки пошли. Мы на таблице статистики не видим, к сожалению, что там игроки пишут. Да. В режиме молчания. Пока не показывают чат, но специально сделано. Ну, может, там кто-то будет что-то неподобающее писать. Хампус, мы знаем, любит. Отправлять. Бинды, бинды, да. Сори, сори, это бинд, пацаны. Да, это миллион факов в чат просто залетает. Еще на тайм-ауте, по-моему. Ну вот, а сейчас такого не будет, сейчас все скрыто. Ну, это королевский момент, конечно. 6-15, тайм-аут, have fun, sorry. Не тот бинт был просто. А, ясно, уже у Дракина техническая пауза, 4-0-9, не может попадать. Ну, куча раз закупали АВП, там 4 раунда точно был шанс разыграть Завика, по-моему, там даже сейвили еще. Ну, действительно, где-то не попадает, где-то просто не пикает. Да вся команда выглядит, мы видим, довольно не собрана сегодня на первой карте. Red Reserve. Ну, опять-таки, Spirit выбирали Inferno. Ну, мы видим, к своему выбору подошли очень здорово. Да и вообще нельзя сказать, что прям так из рук вон плохо отыгрывают шведы. Их просто контрят. Банан не дают занимать. Ну, четкие раскидки, четкие флешки. Фредди бесконечно отгоняет с этим авиком. Он ничего не может поделать. Если игроки Спирит отдают банан, они четко знают, зачем они это делают. Люркер, в роли которого сейчас отыгрывает Колди, безукоризненно отрабатывает под аплентом. И вся мозаика сходится. Red Reserve. Зная их такой несколько горящий подход, наверняка подгорает. Но тут они просто столкнулись с командой Spirit. Сколько там тому составу, слышал недавно, не чуть ли не трехлетний юбилей. Ну, не весь состав, в смысле, сама команда Spirit праздновала. Да и самому составу, если там не брать Сэм Даянг, уже сколько они там играют вместе. Ну да, супер долго, года полтора, наверное. Но тем временем Хампус выходит с сервера, вроде бы. Проблема у одного, выходит другой. Неясно, какие-то шведские секреты у нас перед началом 12-го раунда. К чему все это приведет? Еще один. Буду доигрывать сегодня? А, пацаны, на буткемпе Инет вылетел. По одному выходит просто. Да. Пинги 13-53. Проблема. Не контрится команда Spirit и Red Reserve. Что они по одному выходят? Что это значит? Сережа, вести с полей. Что у нас в чате? Остался новичок команды и стендин. Весь основной костяк ливнул. Мы собираем новую команду. И с ним спика вышли. Четвертый. Что? Что? В Швецию интернет упал, guys. What the hell? Ну, как-то они очень непалевно по одному так выходят. Ну, какая-то переписка в чате есть. Там, где вы, Спирит, пишут. Просто тишина. Нам не раскрывают подробностей. Все, остался стендин. Не, ну все-таки я за то, чтобы чат транслировался в прямом эфире. Вот такой прям я сторонник того момента. Да, игроки там могут что-то писать, но это же ответственность игроков, правильно? Так, видимо, перезаход 170 пинг, но сейчас он упадет. О, пусть Дракин в Твиттер об этом напишет. Машна, говорят, в чате идет о том, что Спирит юзают баг. Так уже же брали тренера. Со смоками, да. Тренеров на сервере нет. О чем переиграть? Первые 9 раундов надо переигрывать. Блин, шведы. Мажор сначала затащите, потом замашните уже. Вот. Фнатик сначала переигрывали, по-моему, гранд-финал с NIP, когда их NIP намошнили. Выиграли второй раз, и потом только не пожали им руки. Вот так, да, по факту уже все случилось. Тут такого нет. У Машна святая. Возвращаемся в 2012 год. Так хорошо, а что шведы уходили-то тогда? Вот там Spirit юзают смоки, их в этом обвиняют. Шведы что уходят? Vortex-C качают, может. Форсаки, срочный вылет из Индии. I need your help.
Мы там просто уже не знают. Блин, я помню, в 2014 году, когда отбор был на ESL Кёльн, третий мажор был по счету, Флейми влетел стендином вместо призраков дать тим. Как раз вот тогда Блейд еще не был ни на одном мажоре, и Флейми, Майкелели и Дулпан также мошнили, что он читак. Говорят, ты читак, невозможно так играть. Мне понравилась тогда реакция Флейми, он пишет, ну, типа, да... Там пишете что-то такое, типа, ну, потом помашните, потом. В итоге вместе с Блейдом вышел на этот мажор, шведы остались за бортом, Дулпан после этого так и не играл, так где-то и потерялся братик. Вот, ну, Майкелели ситуация была получше. На этих квалификациях мы видим Майкелели с новой командой, с новым составом. Нюки, Майкелели, все жестко. Потом Скрим. Серьезные ребята собрались. Ну, кстати, Пронокса за бортом оставили. Вроде да, как Майкелели с Пронексом там поигрывал не так давно, но решили, что по три фрага за катку это не очень эффективно. Так, до чего домашнили? Что-то бэкапы какие-то? Да просто доигрываем, до чего тут можешь домашнить? Ну, админы новые, давление сильное создается со стороны шведской команды. О, шведы приедут, в Твиттер еще что-то напишут про админов. Отлично. Счет спиритом подсказывали, позиции. В TeamSpeak, 6-й админ. Да не знаю, о чем тут можно мошнить, о чем вообще речь? Шведы. Ну? Я имею в виду, как ты можешь это доказать? То есть вот ты мошнишь о том, что тренер юзает баксы с маками. Какие ваши доказательства? Никаких. Демку пересмотрите. TeamSpeak, запись TeamSpeak предъявите. Запись TeamSpeak, да. Запись тренера просто, на кого смотрел. Снимайте игроков, может там Simple за кого-то из них играет за компом. Так, жесткую переписку я слышу. Серега, держи нас в курсе. Потому что, походу, там, скажем, до мордобоя дойдет. Стрела, нейтральная территория, Финляндия. Так, ну что-то. Чат летит, но не в наших ушах. О, прям интереснее, чем Na'Vi. Liquid у нас тут заруба. Там-то парни не мошнят. Да, там уже парни все всем доказали. Вот. Ну, если бы там вообще какая-то непонятная команда была про три Red Reserve, какие-нибудь там вялые питоны залетели и начали разваливать. Ну, типа Spirit, они же супер давно уже играют. О, а можно включить чат? Можешь включить чат? Просто покажи, зрители... Нет. Не особо можно. Не особо можно. Алло, Жанна, срочно. Включите чат, покажите. Звонок генеральному директору, можно ли включать чат? Что напишу? Эксклюзивное разрешение. Самый сладкий контент. Да, 1000 верных зрителей пришло посмотреть на контент. А тут пролет по карте, счет. Да, и еще говорят, на повышенных тонах переговоры. Капсом, не кричи на меня. Раньше еще, ну, сейчас такое редко бывает, иногда игроки прям в voice chat залетали, что-то орали, а фак, типа. Да, еще на стрим это залетало. Да, на стрим залетало, и ты потом думаешь, выключать, а чуваки в чате пишут, да не выключай, пусть базарят, интересно же. Ну, спирит могут вообще ничего не отвечать, просто сидеть, типа. Ну да. Что ты мне сделаешь? Я не с твоего города вообще. Может, админа подключить к этим переговорам? Как бы между собой что они решат? Да админ что решит? Админ новый. Да, будем сидеть на 11.0, все. Ничего не поделаешь. Конференцию админов со всей планеты будем собирать. О, слили переписку сейчас в чате. Так, Дракин. Спрашивает, вы тупые или что? Фредди Би, какая логика? Дима матерится. Софи говорит, типа, о чем вы спрашиваете вообще? Так, Дима просит Дракина закрыть рот, потом благодарит Дракина, ну, типа, за то, что он не написал больше ничего. Что значит Окей онлайн? Я тебя ударю на лайне или что значит? Ну, кнок это как выбьют, типа, на лайне. Я не думаю, что Дракин такой жесткий, он-то молодой, конечно, но не то, чтобы он мог конкуренцию Диме составить. Его же он не видел. Имхо. Думаю, там какой-то 15-летний сидит. А, ну, Настя. У Налани встретимся, одна квота из 20 команд. У Налани встретимся. Специально приедет в Китай. Дракин летит с бандой. Тупо на кулаках. Мах на мах, за гаражами решим. Ну, типа, к чему здесь можно прийти, я имею в виду? Флейми в таких ситуациях просто говорит, да, хорошо, давай уже играть быстрее. Типа, то, что ты пишешь, мне неинтересно. Ты там Дулпан, Майкелели в 1.6, играл с Гитрай, там, всем плевать на это.
Или ты что-то предъявляешь по делу, или мы играем дальше, или ливай с сервера, как ты уже это сделал. Зачем ливать, потом приходить обратно? Что? Это... Ты типа, это как блеф такой, да? Типа, я ухожу с сервера, а потом нет, не ухожу. Мы расстаемся. Темп игры-то сбит, 4 раунда. Сейчас шведы помощнят, возьму 4 подряд. Это психологический маневр. Да? Ты проигрываешь без шансов и решаешь просто поджечь своих соперников. Это как так, я рассказывал в каком-то интервью на счете 5-15. Fallen дает мотивирующую речь. Пацаны, если вы чего-то стоите, надо сейчас собраться. И они проигрывают 16-5. Просто следующий раунд. Так говорят. Супер мотивационная речь. Надо доказать, что мы чего-то стоим. 16-5. Ну да. Тут мотивирующая речь, наверное, от Дракена. Да не со смоками. С багами. А что, есть еще какая-то переписка? Вбрасывайте. То, что в чате уже есть, мне нравится. А где они ее берут? 5 зрителей. На английском стриме, может, показывают? На каком там же есть еще какой-то, может, там? Да, с каких-то других, может, стримов. Только английский. На английский сервере нет, на HLTV как-то там. Переписки? Ну, может, там же новых фишек подобавляли кучу. Что там случилось? Для тех, кто только что присоединился. Шведы жестко мошнят команду Spirit за то, что они якобы используют баги смоков без доказательной базы. Просто оскорбляют ребят из команды Spirit. Кстати, занимается этим Дракен. Дракен! Такой, ну, хуже уже не будет. Пошел. Отношения хуже не станут. С комьюнити нашим. Куда подъезжаешь, спрашивают. Швеция, Стокгольм. На ЛАН. Где они там? На ЛАН. Подъезжай на лан. Бесконечная пауза. 59 тысяч. Я думал, наверное. Это Нави, да? Мало, мало. Все у нас, все у нас. На машине. Отжали 1000 зрителей у пацанов. Эх, вы видели Диму Драма 90 кг? Ну, да не, Дима вообще, насколько я знаю, добрый парень. Ну, конечно, не настолько добрый, чтобы... Да не, мы, наверное, подождем. Чем закончится история? Так, по поводу? Так что хотят шведы, Сережа? Объясни, как есть. Не стесняйся. А, конфа-то есть, а мы про нее и забыли. 18 сообщений. Так, во львы выкатили микроапдейт, и теперь кочи могут смотреть сквозь смог. Так, окей, что же дальше? Все могут смотреть сквозь смог, я переношу. На это можно было не засчитывать, наверное. О, что там такое? Ну, отмена матча намечается у нас. Вот это отмена? Не, это я протестую. Скорее всего, типа эту карту доиграют, а второй уже не будет. Матчи Америки, вот это приятные новости для кто там Макроха комментит. Что это, все могут видеть сквозь смог или что? Как это работает? Как этот баг работает? Я, кстати, вчера видел какие-то скрины, так и не разобрался. Ну там текстуры из-за смогов торчали. Да, вот по этой текстуре и из-за этого как бы видны модельки. Что-то видеокарты, у них там одна видеокарта, видимо. Что там, AMD у кого-то, ничего не знаю, просто нельзя играть у кого AMD. Так и тут. После одного компа затестили, ну вроде там. На 1080 работает. На 2080 работает, и нормально. Так, у Димы группы. А, это переписка из Димы группы. Я понял. Ну, вот шикарно. Вот опять, тот, кто прав, не боится выкатывать правду. Какой-то. Демка все пишет. Все коучи могут смотреть сквозь смоук. Ну, так только ж коучи. Да, они же ливнули при счете 0-9 или нет? Или да. Шведский тренер ливнул, а... Не, оба ливнули. Оба ливнули. О чем тогда? Да, ну, еще два слили. Раунда. А, еще два слили. И что дальше? И кто теперь через смоук смотрит? Артурка? Понимаю. Так и какое решение приняли? Какая-то грязь. Вот это ответственность. Что у нас? Вызываем черного мага? Панду, может быть, набираем? Ноник, братья. Максимальная компетенция. Совещание. Перен. Всех админов. Всего СНГ. Сюда. Нужно решить вопрос. Дракен с читами спалился, пишет в чате. Ну, да, и решил намошнить, чтобы... 4-0-9. Он инфовал, он просматривал инфовал, а все равно катка заливается. Еще дело непонятно. Ну, что ж, по всей видимости... Ну, просто если мы не будем досматривать, то можем просто прощаться и все.
Ну, какая пауза, если никто не будет доигрывать? Даже в чате переписка стала довольно... Не, она ускорилась, ладно, все. Все еще переписка продолжается. Надо принять волевое решение. Ух, там спамит. Администратор. Стукнуть молотком по столу. Ну, типа, доиграть-то эту карту надо, что с 11-0 потом играть или как? Ну, можно, наверное, с 11-0. Можно и всю карту переиграть. Не, нельзя. Тут это против. Так, да, английский стрим просто на плашечке. Респект английскому стриму. Что, они за Дракена, что ли, болеют в этом противостоянии? Да я думал, там чат палится. Но нет. Сидишь на своей лиге, не можешь чат посмотреть. Что, может, комп есть здесь? Нет, вроде. Комп, чтобы на сервак зайти? Хорошая попытка. Ставка на спире кто-то пишет. У, братан. Не завидую, не завидую. Так если мы почитаем чат, мы же не сможем никому рассказать. Да, это же самое интересное. Мы-то и так по итогу узнаем, что там кто писал. Но вот зрителям об этом рассказать было бы тоже интересно. Да и чем закончится эта история? Мы-то на паузу уйти можем в любой момент. Так а в чем прикол, если обе команды могли видеть сквозь смог? Да ни в чем, шведы просто... Шведы машнят. Да. Бра! В чате прям договорились. В октагоне. В октагоне. Договорились. Инфа от Сергея Бесклинских, от режиссера, только что залетела эксклюзивная с канала StarLadder 5. Все, кто хочет дальше получать эксклюзивы, щелкайте сердечко над плеером трансляции, кнопка follow, подписаться ждет. Дима и Дракен забились один на один в октагоне. Биться. Ну здорово, потом да. На Versus. На батл. На английском. В тебе Грайма нет. А как там, интересно, матчи Liquid и Na'Vi? Там тоже все сквозь смоки просматривают? Да, Миша Кейн все делает как нужно. Все делает красиво. Да. Просто шведы, они видели сквозь смоки и все равно проигрывали. У них бомбануло из-за этого. Они решили намошнить на это. Ну, видимо, да. Такой сидит тренер, я вижу сквозь маки. Ну, хорошо, хорошо, про 9-0 летим. Так, начинаем мошнить. Выгнали тренеров, еще два раунда слили. Все, стопаем матч. Все карты из рукавов подоставали, все секретные заготовки, ничего не работает. Спирит 11-0, Колди 14-3, еще три ассиста где-то умудрился взять. Ну, в общем, это жесть. Ну, отмены матча, как бы... Скорее всего, ну, не будет. Ну, это просто как несправедливо было бы по отношению к Team Spirit. Первую карту надо доиграть, а дальше уже. Первую карту. Что-нибудь там. А дальше без стрима доиграют. Отмену, отмену давайте. Нет, какая отмена? На самом деле за отмену матч еще стопят только те, кто залил. Так, я не помню, была же инфа 10 минут назад. О чем? Я переношу после этой карты продолжение игры. Почему эта карта до сих пор не играется? Хороший вопрос. Серега? То есть информация вроде бы 10 минут назад уже была, но как-то... А в конфе ты спросил об этом? Там же главный движ. Ну, можно спросить. Отлично. Так а эту-то карту еще не доиграют. Пусть доиграют, потом разбираются. А, то есть шведы машнят и не хотят. Им им писали спириты, мол, давайте уже играть. И шведы такие, нет, вы читеры. Как вообще это происходит? А так а что они хотят добиться, если завтра у кого-то выходной? А чего Долпана и Майкелели хотели добиться, когда мошнили Флейми в тиме Блейда? I don't know. Надо доиграть Инферно и потом уже без стрима разбираться как бы... В октагоне. В октагоне. Там все дискорды, все что-то есть. Просто зачем душить зрителей-то? Типа, ну, подлетят 16-0, фейзы 16-0 проигрывали, все 16-0 проигрывали. Да? Ничего страшного? Ничего страшного. Вон как-то... Вообще, Нига на первую карту не пришли, ничего, нормально сыграли. Да, еще. Вторую выиграли потом. Да, вот это инфа из миллиона переписок! Влетает инфа о том, что кто-то будет кушать борщ на ужин. Слушай, вот борща бы я тоже навернул. Ну, тут пауза длинная, можно заказать. Да, не, и так жирный, какой же борщ. О, можно уже деньги получить. Какие деньги? За что деньги? За что, братья? Какие деньги? Сережа, работу сделал? Сережа, выведи плашечку по байтим подписок в Твиттере.
Нормальная тема, что сидим? Конечно. Easy. 1200 человек, если каждый зайдет и подпишется, у меня будет в полтора раза больше подписчиков в Твиттере. Сделайте это right now. Лучшие анонсы с гифками выше всяких похвал у Квана. Два вот нижних они. Подчеркивания Кван. Ну и Лени на IVTV, фоточки там все есть. Нет там фоточек. Фоточки ты ВКонтакте только выложил? Да я... Когда вчера было? Что ты убрал, Сережа? Жалко хайпа, жалко хайпа. Что такое? Кто-то, думаешь, успел подписаться? Да, да. Там же задержка все это. Ленина ВТВ, друзья. Главные анонсы стримов. Может быть, еще и сегодня будет. Может, еще вместе с Кваном ворвемся. Видеокарты починили вроде? А, кстати, да. Вроде бы да. Вроде бы да. У кого там МД, ребята, в чате? Если ночью пытались поиграть в CS, скорее всего, у вас были определенные трудности, определенные вылеты с этой всей истории. На встроенной графике, кстати, тоже вчера влетала инфа, влетала и на Intel. Да, и на Intel. Ну, в общем, Nvidia, понятно, какие видеокарты используют разработчики. Кормят монополиста просто, вот нещадно. Ну вот, с плашечками уже повеселее сидеть. Отлично. 1300, зрители растут, растут, плюс 100 человек, пацаны. Твиттеры внизу, друзья. Два нижних подчеркивания Кван, Ленин и ВТВ, лучшие анонсы Старладера и работников Старладера ждут вас. И эксклюзивная инфа о машине, которую мы обязательно где-нибудь достанем. Сейчас мы на Сережу надавим и чат посчитаем. Потихоньку, потихоньку. Эра сливают и просят, чтобы отменили. Тонкое наблюдение. Окей. Отлично. О, сейчас там возможно, сейчас хитрыми режиссерскими манипуляциями мы будем читать чат, а вы не будете его видеть. А? Красиво? Ну, красиво. Пока... Такое. Такое. Пока три Малевича у нас на экранах. Три Black Hole. Матч-то не перенесут. Ну, вроде бы по предварительной информации первую карту доиграют, а остальное перенесут. Может, опа. Ого, так. О, там длинная переписка, как в этом. В Мирке, 2000 год читаем. Ну, Хампус про ставки что-то пишет. Ставки принимают на матч Дракен против Дима. Мидболс? Хампус на Диму ставит, хорош, даже капитан Дракена не поддерживает. Да он загуглировал фотки там, понял, без шансов. Ну, сам Дайан пишет, go game. Дракен все еще просит Диму. Шо, о, не... это походу старые истории из бара, да что ты меня не уважаешь, да что, да пошли, да пошли. Что Дима хочет? Ты просто хочешь, чтобы немного внимания один из лучших игроков СНГ ему посвятил? А Дима, а? Хорошо, ответил Дракен. Просто Дракен написал чат Дима, а Дима написал чат Дракен. Ну, нормальная тема. Это после того, как сам Дайан написал такой гейм уже. Сотвик пишет Let's go. Так, у Кэрри там уже Нави обсудили матч. Дракен спрашивает, можем мы отменить драку? Дима говорит, нет. Что? Что это такое? Никто этого не видит, значит, этого нет. Не, этого, конечно... Но я имею в виду... Да оно-то по факту есть. Чувак в NIP играл. Во Fnatic играл. Все. Что ты пишешь? Скатился. Что случилось? Вот сейчас тебе другие работяги в чате расскажут, что случилось. Но такого, наверное, мы не переживали давно. В соревновательном Counter-Strike, когда вроде бы приличные игроки на сервере. Ну, было и было, видимо, подумали парни. А тем временем, эксклюзивная фотокарточка с перепиской чата в моем твиттере. Вот это байт, вот это королевский байт. А ты шо, два подчеркивания Кван, пацаны. Многоходовочка! Тупо машина 2К18. Бесконечный матч. Ну, в чате просто какой-то трэш-толк. Дримитерс на меня подписались. Респект, пацаны. Респект. О. 26 читателей. Подписаться в ответ. 27 читателей. Пробустил пацанов. Репост еще сделал какой-то. Это будет спам уже. Я же только что фотку опубликовал. Это спам и спам. Спам и спам. Вся лента в моих постах. Ну, тут в чате спам это нормально. Так, что случилось? Встроенная графика, понятно. Что с матчем? Так, ну, сам Дайан пишет, может ли он взять какие-то смоки, отбросить и убить тебя через него. И...
Вопрос от Хампуса. Есть ли кебаб в России? Ну, есть. Это да. Ответный вопрос, или они одновременно написали? Ну, непонятно. Рис с картошкой. Что это за блюдо рис с картошкой? Самдаянг уже в пятый раз пишет. Гоу скорее. Дракин уже написал. Ок, летс гоу. Все, доигрываем. Нидерес раунд $800. Только имеет Хампус. Ну да, это справедливо. Но там был, да, какой-то бэкап непонятный вроде бы. Да. С 11-0 на... Не могло никак у Хампуса на 11-0. К чему мы пришли? Первую карту доигрываем, остальное отменяем, как я понял. Есть там в нашей чудо-конференции ответ? Никакого... Ой, я люблю эти максимально полезные конференции. Просто ты спрашиваешь, проходит 10 минут, и ничего не происходит. Панда с максимальной инфой. Но, Ник. Так. Бэкап, 3700 у Хампуса. Все, возвращаем превьюшку, Сережа. Я так понимаю, матч вот-вот возобновится. Вот мы просто сидели полчаса, типа ни к чему не пришли. Читаемо! Еще в тот момент, когда шведы ливнули сервера, потом зашли обратно. Вот с того момента все встало на свои места, но нам вроде как вернули. Изображение. 1500 на машну пришли посмотреть. Какой ликвид нави, пацаны. Тут спирит против Red Reserve. Октагон, Дракин, Дима. Что было? Кто-то сидит в свитерах. Братик, все сидят в свитерах. Это сейчас модно вообще-то. Особенно, когда забанили ВК. Ну что, смотрим дальше. Все, роту 15-0. На злости, надо закрывать. Поехали. 5 кольтов, 5 калашей. Стандартный отыгрыш от Red Reserve. Они особенно на банан не лезут. Такая полупозиция. Против ковров работают Spirit. Позиция в шорте. В общем, пока вообще стандартный Red Reserve играют. Они не показывают какой-то агрессии. Так, ну и что, на банане. Пытается в слот выйти в упор. Ему дают это делать. Что он тут сам под себя может сыграть, в принципе. Продлевается дым на КТ. Выход, ну, амбициозный. Буквально вдвоем вместе с Димой они выходят. Так, по пикселю чекается. Фредди Бим все-таки работает с гробов. И он в КТ заходит. Фредди топает. Так. Нет. Фредди с флешкой в руках. И второго мог бы законтролить. Тут Грукс играет на опережение. Но что же будут делать игроки Spirit? Их звенья пока отрезаны. Ясно, Колди. Ну, это старый добрый Колди, который просто вышел из ковров, заметил в песках Хампуса, отбросил туда молик, примерно понимает позицию ротации. Надо на Б как-то уйти, но как? Ой-ой-ой, Хампус подловил Колди на стяжке. В итоге бомба ни туда, ни сюда. Да, вкус должен убить. Нет, он на свитче девайса. 11-1. Что, этого Red Reserve добивались, да? Ради этого раунда вся эта 20-минутная пауза. А как бомбанет, если откомбейчат в итоге шведы до победы? Ну вот тогда можно будет матч отменять. 11-11, пауза от Spirit, переигрываем. Баг с молотовыми. Так. Ладно, продолжаем. Денег, понятно, тут хватит уже до конца команде Spirit. Прямо сейчас нам более интересен тот раунд, который духи собираются нам показать. Стандартные размены гранатами на банане. Сотвик подошел. Ну, урона не получил. Молики были ближние. Ну, кстати, я помню, Давкос, по-моему, здесь находил безопасное место. Как-то тут интересный получается такой проброс моликов, которые в итоге все-таки никого не сжигают. Фредди Бим вновь энтрикил. После такой затяжной паузы удается находить первые фраги. Именно так он хотел изначально действовать. То есть именно отстреливать кого-то под Б. Так, Спирит в меньшинстве. Пока что получилось забрать Сотвика. Но все еще может поставиться Хампус. Правда, непонятно, он в коврах или на балконе. Но уже не важно. Спирит уходит с ковров в полном составе. Видимо, раунд будет под Б отыгрываться до конца. Ну и в такой ответственный момент важно, конечно, чтобы у Димы наконец начало лететь. Фрагов у него пока не слишком было много. Не было нужды. Но вот теперь как раз-таки необходимость в его убийствах как никогда высока. Red Reserve. Один под посадкой, второй на вазоне. Ну, в принципе, да, смоки продлеваются. Дымгробы, дрым-КТ. Два молика и заход. Ну, по идее, ой-ой-ой, как рук, что двигается. Его проверяет Дима. Наверное, лучше бы не двигался. Размен моментальный от Самдаянга. И 3 в 3 пустой плент для команды Spirit. Бомбу они ставят. Вбивание, конечно, должно быть от команды Red Reserve. Обновляется дым на КТ, что сильно помешает команде Red Reserve в этом выбивании. Может, Самдаянг сейчас еще и заспреит. Есть подсадочка. Ну, вряд ли под нее кто-то поставится. Нет, Колди. А, Колди вообще наплевать. Если бы тут урон не внес, наверное, и хаешка его бы не прокинула. А так 2 в 2.
Так, ой-ой-ой, Расти, буквально за секунду до рассеивания смока вышел. Есть инфа по Хампусу, но такое не берется уже. Не берется. Ну, вряд ли. Давкост стоит. Давкост понимает, что смысла ему лезть никакого нет. Хампус. Но Давкост. За спрей, братик! Так нет патронов! Едва бомба обезвредилась, когда Давкост забирает. Ну, что ж сказать. Отличная работа, Хампус. Вот так пришел. Ну, такое не берется. Такое уже не берется. 1-2. Дефолтные прогнозы от комментаторов, как всегда. 1-0-3 лайф-коэффициента на команду Spirit. Только я не обратил внимания, Best of 3 или карта. Наверное, как карта. Бы, да, Best of 3, который непонятно вообще состоится или нет. Так себе кэфчик. Но на карту можно, в принципе, посмотреть. Ну что, 2 подряд для Red Reserve. Смотрим, деньги все еще есть у Team Spirit. Даже на последний раунд половины сохраняются финансы. Ну, шведов, как мы видим, в ноль закуп. Ну, тут у них, в принципе, все логично. Так, ну небольшая ошибка с Моликом была от Сотвика, отправил его в дым, но это вообще не критично. Заняв бананы, Red Reserve отправляют двух игроков на точку А. Прострел на Дракена через дымы. Ха, на Дракена через дымы. Все, пауза, переигрываем. Ну, заход на главку. Спирит, конечно, идут в ловушку, выставленную Red Reserve, но в конечном итоге все решат прямые перестрелки. Размены пока что плюс, но осталось найти еще игрока на балконе. Это Хампус, и вот с ним как раз справиться не получается так уж просто. Хотя 2 в 2 все еще годится. Так, понимаешь, что кто-то был на бета. Мистер Дракинг, Грукс на малых. Дракинг, кстати, идет, прям не боится. Нарвался на колде, отличная работа. Грукс, дым, выход, ох, боком в дым. Ну это прям на удачу. Ну да, открывался в сторону плента, выбора особенно не... Хотя как не было выбора? Вообще был выбор уйти обратно и засейвить, потому что раунд-то последний, а денег кот наплакал. Так что теперь диглы, арморы. Ну, не думаю, что... Расти вообще, это хоть как-то в качестве стендына интересно, вся эта машина. Вообще поиграть пришел. Я вообще сингулярити, гайс. Так, ну и что у нас по реализации этих диглов? Просто иду снова втроем на Б. Спирит, конечно, считают экономику, понимая, что там пистолеты. Хампус, попытка пика, но много не успел. Прогоняет его коктейль Молотова. Давкост с префайером, увидел. Флэш и Молик. Ну и из-за этого Молика Red Reserve уже не могут сидеть на выходе из банана. Их отгоняют в плент. Далеко не факт, что Team Spirit пойдут на Б до конца. Как мы понимаем, это не самая прямолинейная команда в этом отношении. Дима закрывает Грукса, закрывает Фреддиби. И вот Давкоста не получилось. Хампус как-то разыгрался уже под конец первой половины после паузы. Пошел за девайсом? О, там был зазор в смоках. А может и нет. Ну, посмотрим. Перемещение под А-базу, там двойка у Red Reserve. Есть позиция в коврах. И... Ну, как-то он тут полубоком. Ну, чекает. Не попал. Просто не попал по голове. Дракена также забрали. Ну и Хампус на банане с калашом против троих. Ну, вот Хампус-то старался. И клатч такие выигрывал. И фрагов много надел по окончанию. И снова-таки перестрелял колди. Ну что, Хампус, это может быть эйс и клатч 1 в 3, условно говоря. Так что давайте посмотрим за капитаном Red Reserve. Ясно. Найс трай. 13-2. Ну, хороший счет для Spirit, конечно. Не супер идеальный, но в итоге доигрывать, я думаю, должно быть довольно комфортно. Что там в чате просто? Какой-то спам. Сразу только половина закончилась. Десятки сообщений полетели. Дракен спрыгивает все еще с файта. Хэфан! Найс! Хорошая половина. Good half. Это младший брат был за компом, это не я писал. Ну так, Red Reserve все еще... Есть некоторые шансы вернуться во второй половине, если они покажут атаку лучше, чем была у Team Spirit. Напомню, что Spirit 11-0 вели, если бы не затяжная 20 примерно минутная пауза, то могло и 15-0 закончиться. Сотфик, ну, пробегает по коврам, по таймингам, видел игрока на втором центре, ну, и просто от него ушел. Любопытно, что Red Reserve все это время морозились на яме, и только лишь сейчас... На шифтах по банану идут в направлении Б-базы. В данном случае это выглядит хорошим решением. Б защищает один колди. На перемещение время понадобится Диме. Но остальных игроков спирит позиции сугубо под оборону Аплента. Так что у Red Reserve как минимум шанс взять пистолетку есть. Если колди не сотворить чудо, которое уже делал пару раз в этой катке, но его... Ну, все равно залетело, даже, залетело. Даже залетело, даже дым. Нисколько не помеха для колди. О, в ответочку также получает дэмэдж. Но главное не умереть. Прострел продолжается. Дракен уходит за угол.
Ну и что у нас по ретейку? Получается, все пойдут через церковь и КТ сейчас у команды Spirit. Есть инфа, что Дракен был в контакте. Опа! Контр. Агрессия. И она работает. Три хедшота от Грукса. Вот такие дела уже большинство. Четыре хедшота. Да. И только лишь Хампус стилит немножко эйс Груксу, но пистолетка взята. Да и вообще по направлению Бред Резер можно было ставить на то, что скорее всего первый раунд, второй половины они заберут. Но после экономического Team Spirit, наверное, все и покажет. Или там к следующему девайсному. Опять же, в первой половине ни разу Spirit не использовали АВП. Даже когда была возможность, Довкост ее выбрасывал и отыгрывал на калаше. И, как мы помним, это было правильным решением. Ну, что же будет сейчас? Spirit 4 апле. Попытка угадать с выходом на главку. Апле. Да, в пятером тройка на 15. Вдвоем на двадцаточке. Ну, в принципе, тут может быть-то Дракена убьют, но Дракен сознательно будет выходить на фарм с маг-10. Редрезер, кстати, опасаются. Как мы видим, даже в упор на Б не подходят. Опа! Грукс. Нет, что-то Грукс прям фрагов-то набрал довольно много. Сам Даянг неплохо с балкона разменял. Так, 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 Расти, нет, все-таки срезает Сандаянга. Четвертый раунд для Редрезер. Ну что, самое интересное. Пишите в чат прогнозы. Два плюса, если веришь в камбэк от Редрезер. Ну и ничего не пишите, если не верите. Я так понимаю, у нас очередная пауза. В принципе, уже торопиться некуда. Решили еще немного поболтать. Ну и сейчас вылезет плашка, наверное. Вряд ли, конечно, тактическая. Но увидим. Дракен 6-14. Вообще интересно. 6-7-8. И там Грукс новичок, Хампус, Капитан что-то пытаются делать, кого-то убивают. Особенно вот в последних раундах Хампус. Его отыгрыш мне очень понравился, умно работал. Ну, ты знаешь, чувствую, этот чувак чисто режет. На фраге уже сесть, типа, будь что будет. Ну и Грукс опять-таки минус 4 на пистолетке. В прошлом раунде 2-3 фрага сделал. Нам подсказывают, что есть определенные проблемы с тимспиком уже. Ну, чего только не было в этом матче. Не знаю, дедосит, возможно, кто-то кого-то. Лагает тимспик. То Дракена дедосит, конечно. Кого ж еще? Весь мир против Red Reserve. Все, Valve выпускает не тот патч. Тимспик лагает. Стокгольм против всех. Такие дела. Нас тем временем становится все больше. Люди пришли посмотреть на команду Spirit и на жестких шведов. Каждому зашедшему зрителю респект. Респект. Выгружаем фуру респекта в чат. И тем временем ждем, пока парни пофиксят TeamSpeak. Но, правда, не сказали, с какой стороны там проблемы с TeamSpeak. У Team Spirit или все-таки у Red Reserve. Так, ну, а где вообще дискодоплом? Почему он не играет? Есть инфа у кого-то? Он уже второй день не играет, между прочим. Вчера тоже была замена та же от Расти. Возможно, Расти обкатывают, пока нет официальной информации об этом. Дискодоплом. Ну, все-таки тоже мог довольно высоко забраться. Поигрывал с Улуфмейстером во Фнатик. Как раз вот в те моменты, когда Флюша и GV играли в составе Godsend. Тогда у Фнатик получилось пройти в легенду мажора, у Godsend нет. Помним. Что, может быть, там Дракен что-то тестирует. Ну, опять же, это только догадки. Итак, девайс на раунд. Счет 13-4. Три раунда до победы команде Spirit. И Грукс на коврах. Они, кстати, не пушатся. Укрепляется шорт, сотфик, под флешку. Попытался пропушить смоки, но Хампус, по-моему, будучи в блайнде, затопил, да? Ну да, он понимал, что эта флешка неспроста. Стоял четко под краешком стены. И действительно, сделал хороший первый минус. Дима, правда, разменялся, как мы видим, на центре карты. Вышел, пикнул Дракена. А вот тут невнимательно играл Red Reserve. Правда, разменялся все тот же Грукс. Сандаянг на повторной агрессии. Ну, тут видно, конечно, Team Spirit рискуют подобными мувами. Но по такому счету могут себе это позволить. Так что пока все в порядке. Хампус все еще контролит Б. Бомба. И второй игрок. То есть Фредди Би и Грукс находятся под А. Дима смещается. Значит, теперь в случае выхода на плен все на плечах Сандаянга. Подсадочка. Кстати, после этой подсадки можно ливнуть обратно на плент. Но решают
Игроки Spirit пока что оставаться здесь до конца. 28 секунд. На Б. На Б там как раз таки двойка. Есть смог, есть даже два смока, куча флешек. Так, Олди. Видел. И, кстати, не спалился, что очень важно. Да ладно, не убил! Вот это уже неприятно. Правда, Дима на размене, у Фредди мало времени. Бомба устанавливается, врывается. Дима проспрей, 14 раунд Спирит берут. Не понадобилось здесь Самдаянга. Дима бандурка, квадрокилл. А вот о чем мы говорили, когда будет нужда, Дима включится и бандурка, еще поставив это граффити, обезвреживает бомбу, получает звезду героя и 14 раунд дарит своей команде. Красиво! Дима в итоге стрелял по дальнему, ну и после установки бомбы понимал, что второй буквально за ближайшим углом. Очень все качественно получилось. Конечно, начало раунда довольно шаткое с этими разменами в разных концах карты, но тем не менее довели это дело до победы. Повтор. Вот в полублайнде забирает первого. Стреляет по дальнему, а тут и ближний парень как бы подскочил на хедшотик. Сейчас в чате прочитал сообщение, и довольно интересная вообще идея. Дракин на СНГ миноре, знаешь, какая-нибудь команда взяла бы шведа с четырьмя русскими играть, украинцами, белорусами. Принципиально. Да, похайпиться. Ну что, последний шанс для Red Reserve. Дима, ну, нужен на уверенности, как конской уверенности. Просто проходит бойлер, забирает Фредди Би. Это, кстати, позиция, в которой в первой половине у Расти не получалось совсем играть. Колди едва заметил соперника, ушел. Да. Молик. На бочке, Хамбус подгорает, врыв от Сотвика. Немножко по таймингу не успел, так что отошел обратно, чтобы его не репикнули. Но сколько урона получили игроки Red Reserve на банане? Какие прокидки? Да, в итоге все-таки получается довольно плюсовой размен для Team Spirit. ХП по брагам, опа, тут не перестрелял Колди. Мистер Расти, Сотвик один на Б с Юмпом. Ну, тут главное не умереть, гранат нет, ничего нет. Давкост уже спешит на помощь, у него, правда, авик. Но и Red Reserve не спешат вообще-то заходить. Они же не понимают, сколько еще игроков осталось, сколько переместилось с базы. Дракин остается в качестве запирающего на А. И бомба понемногу тоже уходит в этом направлении. Ну, у Хампуса тут, конечно, есть довольно неплохой угол. Есть у него дым. Но особо не ясно, как его использовать, чтобы уйти. Тут у нас Дракин готовит раскид. Ну да, Хампуса убили. Вот он, смачок у Дракина на выход. Самдаянг должен быть готов, да? Плохая позиция, но Расти как из дегла-то казнит. Второго уже забрал. Ну, Дима, отличный вариант. Расти, кстати, попал и по нему. И теперь Грукс, что ты сделаешь? Да ничего, он просто на свече девайса врывается в плен. Дима все это время мансит, тиммейты уже на пороге. А Дима по-прежнему выпускает в плен. То есть он сидит на бомбе, у драки на 8 секунд. И что ты мне сделаешь? Ладно, забрал 6-5. Фейк по бомбе надо... Браво, Дракен! Идея на миллион. Вот ради чего? Просто чтобы Сатвика забрать? Ну, против двоих просто бессмысленно. Первого ты убьешь, но как ты за 2 секунды-то двоих убьешь, непонятно. Тут-то единственный вариант, если бы двое его пушило. Тогда, за 4 конечно, секунды до конца? Не, ну было такое. Он, да, ну, как Колди, например, на коврах заспрейл. Да и, подожди, вчера тоже на Инферно был момент, не вспомню от кого, когда... Ну, то есть дело было не во времени, а в том, что чувак видел, может, даже тот самый Колди, две макушки, сидя в пленте, и прям за секунду, то есть по одной, по второй. Ну, такие варики были. Он просто спирит-то не там какая-то команда, торпеда болотная. Все-таки, ну, они не будут так вдвоем врываться на плентящего бомба, когда там 4 секунды остается. В этом нет смысла. Дракин, единственный калаш, ну, использовал, наказал Самдаянга. Так, первый минус есть. Не сдаются. Все-таки шведы. Предстоит им 11 раундов камбэка. Первый минус сделали. Сходи за девайсом. Все, Расти выполняет эту задачу. Дима остается на коврах. Оттягивается немного назад. Ну, 2 плюс 2 играю чисто на отстрел. Team Spirit. Конечно, очень важно, кто начнет делать убийство. Выход будет на. Однозначно, гранат немного у Red Reserve. Так, давкост. Смотрит на ковры. Но на самом деле, закрывается его тиммейтом Диме. В этой перестрелке не повезло. Давкост. Уводит внимание с длины. Ну, давайте посмотрим. Да, ему нужно отбросить молотов, чтобы посматривать как раз-таки на лонг. Промах. Один. Затем попытка прострелить. Ну, вроде бы не попал. И перетяжка на точку Б от команды Red Reserve. Бомба вообще все это время на выходе из-под респа находилась. Кстати, Team Spirit читают. Они вообще ливают саплента. И если Дракин будет недостаточно быстрым и не даст инфу своим тиммейтам о том, что вообще плент пуст, да, это реально будет заход на большинство. Молотов, Колди с подсадки работает на один фраг, но может Сотфик сделать ветер, он его и делал. И Дракин такой, люркер, здрасте, я дал инфу, а плента чист.
Эх, вот это беда для Red Reserve. Как же не вовремя они развернулись. Был идеальный раунд в первой... Да ладно, ладно. Так, в первой половине, когда развернули Spirit и выиграли. Боком, до свидания. 16-4, отличная победа у Team Spirit. Очень уверенно закрыли Inferno. Ну и, кстати, будет ли вторая карта, я так до конца и не понял. Ну, наверное, узнаем мы об этом в ближайшее время, если не будет. То есть мы уже... Прощаемся. По итогу, да. Стало быть. Окей, друзья, вторая и, может быть, третья карта, которая, возможно, будет доиграна позже, там, завтра, послезавтра, когда уже это расписание попетляется. Я так полагаю, американских матчей тоже не будет. Все верно. Видимо, до выхода нового патча, когда вновь Valve все пофиксит с этими смоками, с тренерами, официальных поединков не будет. Но, опять-таки, видеокарты пофиксили этой ночью, поэтому, я думаю, там в течение дня проблема будет решена. Ну и пока, конечно, поздравляем Spirit, но это был их пик, победа классная, но опять-таки доигрывать сегодня не получится, но, как мы знаем, новый день, новый КС. Обязательно Дракена в Твиттере, поддержите, братик, 4.16, не приговор, все еще может быть, ему поддержка СНГ-комьюнити нужна сейчас как никогда. Ну, а мы с вами прощаемся, еще раз твиттерочки, два нижних подчеркивания Кван, Ленина и ВИТ ТВ мой, приходите на ближайшие трансляции, ну и